Нихуя. Опа, это что за лафа? Пойдем сразу. Идешь? Да, да, да. Это кто стреляет там? Кого? О, там стреляют уже. На наверх? Я не знаю. Не знаю. Нас тут слева, справа могут пасти. Блять, плохая позиция. Очень плохая. Я лучше от дома. Вот кого-то работает. А, к нам уже бегут. По низу. Откуда? Откуда? Под вилой. Уже под. Подо мной, подо мной. Понял. Второй работает по мне. Ой, слева работает. Да, везде работает по мне, слышишь? Угу. Я понял. Я не знаю, что делать, да. Такая тупая вообще позиция. Я боюсь, что слева по мне сейчас начнут зарабатывать. Да. Задымили, типа. Надо вниз. Да, надо вниз, но не через лестницу. Лестницу чекают, скорее всего. Пойдем здесь. Да-да-да. Я хочу типа сверху убить, блядь. Он залез в окно еще. Навели. Ты у меня. У меня чел. В упоре. Убил, убил, убил. Второй топает. Я, скорее всего, топает. Я добил. Хорош. Ты с лазером красным был? Да, я с лазером красным. Лутаю. Все. Еще чел будет, по-любому. А, наверное, на этом, на крыше. Кто добил его, ты или я? Ты добил его. Ну, нету меча. Он наверху. А, тот чел сверху? Я сейчас как залез, так и заберусь, подожди. Да не надо, я думал, мы будем вверх-вниз играть. А если вы добьете по-быстрому? Тоже как варит. Я тебя упал где-то. Лестница его нет. Где он был? Понял. А, знаете, где чувак у нас лежит в окне? Ну понял, там окно и чувак лежит. Да. Типа, вот там вот, он туда залазил он. Мразота. Сколько типов было, я не заметил. Да я не вообще понял. Когда мы грузились. Давай я фастом забегу вовнутрь, в комнату. Прикроешь? Не, подожди, подожди, подожди. Что, пора? Да, ты топнул? У меня. Вот у меня. Ох ты козёл, блядь. Он его добил, быстрее спускайся, 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 спускайся. Спускайся. Он там же, в окне в этом, в окне в этом. Я иду вниз, он в дырке, сука, у меня с лазера. Ебаный. В окне, да? Да, в этом же в окне, блядь, где я говорю. Кидай, 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 кидай. Спасибо тебя. Хорош. Бум. Нет, нет еще, урона. Еще кидай, еще кидай. Убил. Хорош, все, поднимай. Hang in there. Красавчик. You're gonna be fine. Возьми меня, взял шприц. Thanks, man. Isn't this my lucky day? Сокол. Нихуя он этот сокол у меня снес. А все залутал, да? Все хорошо. Ну и все, Тима, по идее, должно быть. Угу. По идее, да.
Ангар? Одна граната осталась. А, блять. Ну чел на БС-ках был, а патроны у него, скорее всего, на ДР-ке вниз гарайки лежали. Да, он скинул, да, скорее всего. Так, ну я погнал лутаться тогда. Ты понял, ты не слетаешь, я тогда вверх, да? Да, я спать пойду наверх тоже схожу. Здесь внизу нихуя нету. Вот иногда спасали ранки, видишь, иногда нахуй нихуя из-за них ты сливаешься, блядь. Есть такое дело. Тут раз на раз не приходится. О, на кар 58 есть, слышишь, что может тебе надо. На МДР на 30 патронов магаз есть. Не-не-не. Какое, не? Надо по-быстрому карточкам лутать и все будет. Типа, фасится смысл, блядь. Ты ковка здесь возьмешь еще? Вот, возьму, да. Здесь. Я трою ящик еще. Давай, да, да. А сверху ты ящик открывал? Нет. Куда я его открыл? Ну, дрон. А я сверху туда открываю. Фунты заберу. Да, вместо бабы теперь фунты падают и все. Это тоже прикольно, что нет-то. Ты как отыскал где? Где-то, короче, там где-то понял. Где. Я нашел. Да. Мотор электронный, 48 тысяч оставил. Ну здесь ты какая еще есть. Ладно, я заберу ее, чтобы ты не палился, потом тебе скину ее. Давай. Я наверх пробегусь. Пробегусь-ка я наверх. Ну что-то. Смотри, там метка была. Где все метки? Лесной фуникулер метка есть. Есть метка вилла, вилла, вилла. И все. Дрон. Куда? Куда это все девать? Пойду я фиолетовую метку заберу. Давай. Па, блядь, понимаю. Опа. Нахер. А, это по тебе? А, это в комнатке. Здесь комнатка отключит твоя? Да. Где открывай. Блин, надо что-то... Ну, ладно, броски выкину. Дрон надо забрать. По-любому. Сейчас бегу, открываю. Просто как-то странно, типов мало. Они еще могут сидеть крысить. И ну, под, угу. Под самый конец, типа, это, захуярить. Могут, могут, ты прав. А, вот теперь где этот ящик, они его вниз перенесли. Блин, давай, я хочу эти карточки золотать уже, можно на выход, в принципе. Чё, уже? Я думал, еще, да, у нас еще и бункер есть. Думаю, я, типа, я... Ну, я тоже, в принципе, битком. Я, ну, БС-ки могу скинуть тебе, если тоже тебе. Я БС-ки тоже выкинул, типа. И все, типа, и вот я здесь хотел лутать комнатку, и все. Точнее, карточки эти ебаны. Где-то два чувака есть. Должны, не знаю. Для ДР-ки магаз есть, тебе нужен? Кавка, пудинг, птичка. Да, есть. Ну. А, вот это? Тут ничего понятно. Тут а что? Ты копку забрал тогда? Да, сейчас кину. Я путик хотел взять, пудинг забрал для копку. Угу. А, подожди, на раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежит кто-то. Не хочешь забрать? Ты забрал тыквы. А, я думаю, ты тыкв, наверное, заберу, думаю, чё. Я другое скину. Думаю. Кстати, вот это 21 дюйм, если тебе нужен, забери, изучи, это на кар 58 топовый этот ствол. А где? Вот, я скинул ствол. Изучение? А, я думаю, ты мне задержишь скинул. Да. Да, я посмотрел, у меня этот ствол является, блядь.
Можно, типа, было его скинуть. Думаю, почему бы нет. Да не шифти. Тут нету таких топовых типов. На лесном была еще метка с карточками. Да, я понимаю. Вон, вижу второй этаж. Чё? Люди? Ну, такое ощущение, как будто да. Просто там же ботов не было, вот там. Опа. Кто ты, воин? А, это бот. Скорее всего. Или же это бот затриггерился и туда побежал. Ну там на втором этаже бегал, типа как Марик, понял? Типа как Марик бегал. Сейчас проверим. Да как ты проверишь? По этим, волна. А, волна. Белый, белый, белый. Лесной фуникулёр также. Лесной также. А, убежище красное появилось, подожди. Полагаю, лесной идти и идти из убежища. Убежище, да? Убежище там на выход идти, да. Да, давай. Сейчас пойдем. Погнали. Зайдем на фуник. Тебе бейсбол есть? Бейсбол залутайся. Есть. Залезать его, да? Да, да, да. Ну погнали. Я еще могу на скорость один заюзать. Чтобы быстрее бегать. И перед убежищем залезаем тут новую хуйню, понял, когда будет катка. Я пантер, я пантер не видел. У тебя есть это? Ну, эти... Нет у меня пантер. У меня это... сокол и волк. Вот, еще пантера есть. А где ты говорил, тут светилось? Я уже на этом. На лесном. Ну, лесной фуникулер. А, ну вот красная метка, да, вот внизу. Это я одна красная, я тут нахожусь. А, там еще синяя есть. Синюю я только что слутал. Вон синяя слева у тебя, да. Вот, все, она синяя здесь была. Тю. А красная там горит, так же интересно. Вон красная, а, или это от тебя? Это убежище, красная так же и горит на той метке. Возможно, там просто что-то. Ох, ебать, кто там? Нихуя мне бот, бот дал, блядь, да. Блядь, меня залагало. Ты чё, дурак, что ли, блядь? Как будто нахуй с пушками его обстреляют, блядь. Ну, это такое бывает. Военная... А вон военная база. Военка. Тю, мы только ушли оттуда. Ну это вот от пантерочки. Че, вернемся? Зачем? Пойдем спокойно всего на выход. Лутаешь? Да. Че там? Давай, убежище, че и на выход. Для пантер будем кемпить. Не, мы знаешь куда пойдем? Yeah. Мы пойдем вызовем прямо за контейнерами, понял, вертушку. На выходе, где обычно выходим. Yeah. И все, оттуда будем принимать их. Вопрос, где тут красное светилось? Где волна у нас? Ты там не вызовешь, видишь зона? Че зона? Зона зеленая заканчивается перед контейнерами. Вызова вертолета. Нет, вызовем это, вызовем, понятно, на обычно. Там будем ждать их. Жди зона. Ой, меня чувак хавать очень хочет. Покрути кейсы. Надо хавать взять. Убежище. Алло, какое убежище, блядь? Ну, вон там. Перед нами, получается. Красное. Где? Объективы. Где-то вверху, да? А, вон, там, внизу, да. Надо похавать срочно. У нас по-быстрому его вызывать, в принципе. Пойду в жопу. А, так мне ключ нужен. Я сейчас посмотрю, он у меня может есть. Я захаваюсь. Не-не, это ключей, это новый ключ же нужен. Какой, покажи мне. Ну, отбежишься новый ключ, ты чё?
Не, у меня просто пак ключей какой-то есть, понял, я с собой. Да нет, это никого не дисключировать, нет, я не видел ни разу его. Что ж там за ключ такой? Блин, Андрюх, теряем время, пойдем, все. Я хотел посмотреть, блин. Ты внизу мог залезть спокойно в окошечко, блядь. Она внизу. А, я думал сверху. Андрюх, ну, блядь. Ну, чё тебе? У тебя нету ключа, я говорю, от этой хуйни. Зато я босса убил. Я вызываю его здесь. Да, вызываю. Связист тут есть на этот, понял, если тебе три надо. Три метки красные, почему? Уёбай оттуда, Андрюха. Да я босса говорю, дай золотое. Where's that supply? В смысле? Томагавк забираешь, нет? Да нахуй томагавк, если у меня нахуй на 35 слотов. Ты шо, Андрюха? Да, я понял. Пятый сет тут есть в лову. А какой именно пятый сет? Пятый? В. Я с себя слотал, чтоб продать четвертый. Ну, а. Я типа с себя скинул. Если хочешь, он забери, валяется. Мне просто некуда его положить. Блять, ебать, он приехал прям в эту поверхность, блять. Охуело. Ну, ты что хотел? А, я дырку потерял. Ну, почти получается слева их, а я пошел справа их. Да какой смысл-то? Они без карточек вообще, блядь. Че, ёбнулись? Да, да. А может их, а может они вышли вообще? Или их не было? Не-не-не, они типа ждут, пока мы выходим, типа, и чтобы добить нас. Я и тактику знаю, блядь. Че вообще тут за зона предложения, чтобы выйти? Что нам предлагают? Несовместимое оружие. А, да, это типа можно выйти без ничего, я понял. Mm-hmm. Это я такое не люблю, спасибо. Да просто сейчас на выход и все. Ты так сразу еще одно, блядь, охуело. Не, шприцом тупо ковался, не норм. Кстати, наш прицел СМП-7, он вообще теперь как самолет летает, понял? Ну, я, кстати, потратил 150 патронов всего лишь на все. Where can I find those supplies? Thirst is killing me. Голод и жажда, но тут вообще не вовремя. А я перехавался после шприца. Пять тыковок, это хорошо. Пойдем, пойдем. Ты только бегай и все. Конечно, это я знаю. Хуй побегает, блядь. Бля. Давай, больно. Тебе, да? Ты вышел? Ну, конечно. Я просто не знал, типа, если в тебя стреляют, попад, ну, потом, типа, урон проходит или нет. Ну, типа, сбивается, имею в виду выход. Не-не-не. Ты вышел? А, у меня ключ, кстати, от комнатки был последний. МП-7 давай.